Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Блин, Марку, я задолбался бежать. Я уже не могу просто чисто бежать. Я хочу просто сесть. Где, давай, где? Сядь, давай. Подожди, где Тревор? Какой Тревор? Тревор какой? Ты что, совсем что ли уже? Я... Может тебе пощечину дать? Какой к черту? Ты что, где Тревор? Он исчез, его нету. Ладно. Что, ладно? Нам приснилось? Да как бы приснилось? Ну что с тобой, наркоманы, снится нам. Мы к тебе пойдем. Так. Давай свет включим. Свет давай включим. Что с Тревором? Так, здесь его нет. Я думал, он здесь будет, а его здесь нет. Проблема. Это большая проблема. Блин. Вроде однажды забирал уже так этот черт Тревора. Что-то он делал уже так с ним. И опять он так сделал. Я не понимаю. Падла, достал. Как нам быть? Светает. Я не знаю, как нам быть. Мне же это все надоело. Все надоело. Может отдохнуть, развеяться как-нибудь немного. Развеяться? А что, есть время развеяться? А что нам еще делать? Че, никакие меры не хочешь предпринять по этому поводу? Какие ты меры можешь предпринять? Например, ты. Нам нужно убить его и забрать Тревора. А чем же ты его собрался убить? Ножом. Тебя ты раньше убьешь ножом, чем его. Марта, отдали ему артефакт. Чем мы его убьем? Ничем. Я не понял, нам что придется? Распрощаться с Тревором, что ли? Это же я не знаю. Потому что... Я даже... Вот как его искать? Где? Мир большой, в больнице нет. Опять идти в больницу? Там уж проще поселиться, чем туда ходить, то и дело. В больницу не вариант уже идти, надоело. Ну очень. Больше там живем, чем здесь. Больше в пути, чем где-то живем вообще. Поэтому, как бы... Я не знаю. Надо отдохнуть, бесится. Надо отдохнуть как-то. Может отвлечься от этого, что ли. Может и уйдет все это. Ты где-нибудь рыбачил? Да был пару раз в детстве. Я видел тут речушку. Речушку? Неподалеку. Можно взять удочки. У кого-нибудь, у мужичков нет. Да здесь поспрашивают, надо пойти порыбачить. Ну, пошли что ли тогда? Спать охота, ну давай, пошли. Да? Ну вот, Марк, смотри, вот это место. Ты где? Вот. Вот-вот. Вот это место, про которое тебе говорил. Вот она, речушка. Ну как речушка? Аж не видно дальше ничего. Залив, может быть. Не знаю, что это. Босфор. Босфор. Шмосфор. Как там все это называется? Пролив. Ну ладно. Пролив-то понятно. А само название? Босфор. Босфор. Босфор, да. Не учил я в детстве географию. Не знаю ничего. Эх, да, ну ладно. Учить надо было мне. Учить. Вот надо было учиться, да. Учиться надо было. Вот говорят, вот почему надо учиться. И вот тут отвечаешь. Не знаю я, как называется Босфор, Босфор, Босфор. Ну и вот оно. Так, маленько хоть от темы отвлеклись. Ну да, закидывают и разговариваем дальше, и все отлично. Так, надо понять, что не близко же не так стоит. Не знаю, вот так что ли. Давай так. Опа! И я так же кидаю, оп. Классно вообще. Какие просторы. Пока что-то там ловится. Да. Можно о смотреть. Чем? Поговорить о чем-нибудь. Поговорить, да. Можно. Такие большие леса. Да, все красиво. Время удивляюсь, когда сюда вот прихожу, удивляюсь этим деревьям. Классно. Угу. Вот так вот оно все. И солнце вон там восходит. Время уж утро. А, хорошо здесь. Чё? Прямо чудесно. Я что-то не понял. Что-то опять не понял. Это... Посмотри, пожалуйста, воду. Это... Мне что-то кажется или я что-то недопонимаю? Ну, может, хватит уж издеваться, да? Охереть. Чёрт. Чё нам делать? Я не хочу на это смотреть, мне надоело это всё. Даже смотреть не буду, вот не буду. Мне надоело это все. Смотри, они исчезли. Мне кажется, или... Опять настроение пропало. Что же это такое? Постоянно, я не сбиваю. Чего ты хочешь?
Что он хочет? Он замыкает. Он Тревора забрал, походу. Все. Да, он его забрал. Нужно его выручать. Не так могу так сидеть, черт. Ой. Блин. Ты помнишь, мы спускались в ту преисподнюю к ним? Тогда еще там у нас на районе. Да. Даже вспоминать не хочу. Я помню, сколько страшных моментов он доставил в моей жизни. Может он там быть, например. Ну мы же не будем возвращаться. Пол земного шара обошли. Поэтому неизвестно, где его сейчас искать. Тревора. Да и этого черта. Как быть? Я не знаю, пошли-ка домой. Поедим, что-то мне. Опять тошно от всего этого. Я даже не знаю, что предпринять. У нас ничего нет, мы не знаем, где он. У нас вообще ничего нет. Вот я всегда говорил, еда — это один из самых лучших способов отвлечься. Отлично. Так, как тут? Ладно, давай сейчас домой. И да. Нахер все. Вот дом опять. Это чертов. Вот и чертов деревня. Я вот тут думаю, тут, наверное, место осталось. Да, тут, в принципе, есть немного. Тебе дать? А мне что-то аппетита нет опять. У меня опять плохое настроение. Так не могу. Ну, я говорю, еда, можно от этого как покушать. Лучше бы вот рыбку можно, я одну поймал, пожарить. Отлично. Точно не будешь? Не, я не буду, спасибо. Нужно как-то его вытаскивать. Что-то нужно делать. Нужно сопоставить факты. Он забрал его из больницы. Он приходил. Зачем ему Тревор? Ну, ладно, он взял мешочек с этим чертом дерьмом, которое там было. Ну, Тревор, ты ему зачем? Зачем его мучить? Ну, возьми ты все, не трогай. Че надо? Как же мы его будем спасать? Я не знаю, нужно думать. Нужно, может есть какой-то опять, какой-то вход. Может, здесь у него логово опять. Бред. Опять мы на логове? Ну, это не... Ну, вот что, бред, такого быть не может. Я вообще без понятия, что делать. Я сам не знаю тоже. Блин. Хороший пареньком был. Блин, ты так говоришь, как будто тебе совершенно плевать на Тревора. А? Да нет. Нужно как-то вытаскивать, а ты просто сидишь. Я не знаю, так нельзя. Ну, я просто тоже не знаю, как быть, как его вытаскивать. Ну, я не знаю. Ну, нужно как-то действовать. Может, поспрашивать здесь у людей, может, они знают, что делать. Хотя бы, может, они видели здесь этого чмошника. Дьявол. Я не знаю. Люди. Люди. Слушай, я так не могу с тобой разговаривать. Ты давай либо поешь, не знаю, но меня огорчает, что ты так думаешь о Треворе. Люди. Не хочу так, все, я в комнату себе пошел.